Не менее 97 человек погибли, несколько десятков числятся пропавшими без вести в Индонезии в результате нашествия тропического циклона Сероя. Стихия обрушилась на море Саву в понедельник, вызвав волны высотой до 6 метров. Циклон ударил по группе островов на юго-востоке архипелага. Начались наводнения и оползни. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, ведутся эвакуации. Спасательным работам мешают рухнувшие мосты, упавшие деревья и непогода в ряде районов. Через некоторые деревни продолжают течь сильные потоки воды глубиной 3-4 метра. Люди спасаются на крышах. Наш дом находится в горах. Нам пришлось демонтировать цинковую крышу. Мы выбрались через заднюю дверь с помощью веревки. Все пропало. Мы спасли лишь то, что смогли. Наша жизнь важнее вещей. Если бы мы стали спасать вещи, то могли бы погибнуть. В целом, в результате наводнений в Индонезии пострадало около 30 тысяч человек. Некоторые разместились в эвакуационных центрах. Президент Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших и распорядился предоставить немедленную помощь пострадавшим. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие часы циклон может набрать еще большую силу. При этом из Индонезии он уходит.